Здравствуйте, друзья. Я хотел вам показать, что зеленые насаждения наши потихонечку, полигонечку, значит, вступают в свои права, так можно сказать. То есть разрастаются. Значит, было много вопросов по поводу, много народу спрашивали вот про эти вот растения, вот про эти, которые должны расползаться в ширину. И они потихоньку расползаются. Но это не происходит мгновенно. А этот, вот видите, он как бы такой совсем в таком зачаточном еще состоянии, но тоже уже так ползет. Вот и тут. Это розмарин. Смотрите, вот этот вот розмаринчик маленький. Так, и кустики немножко подрастают. Вот, может быть, еще годик, там полтора, и кустики закроют забор. Вот тоже. Там такое ощущение, что какой-то сорнячок рядом есть. Выдернут. Вот. А этот уже разросся больше. Смотрите. Они все были примерно одинаковые в какой-то момент. Вот видите, вот этот такой большой-большой. А вот рядышком такой же, но маленький. И вот тут тоже. Да. Кстати, лимончик-то наш. Ну-ка, давайте я вам покажу больше. Значит, мы вчера в Санта-Крузе. Я не стал снимать, но там весь лимончик, он в цветах. Просто как, даже не знаю, с чем сравнить. Цветы, цветы, цветы. А тут уже, видите, лимончики, лимончики. Поменьше, побольше. Ну вот, несколько таких совсем покрупнее, да? Вот, с той стороны тоже видно. Вот. Так. Ну, движемся мимо беседочки. Так. Смотрите, как березка у нас пришлась, правда? Хорошая, красивая березка. Вот. И здесь, вот здесь они покрупнее, смотрите. Более разросшиеся. Вот этот и вон тот. Они цветут. Видите, цветочки маленькие? Цветут. Да. Тоже сорняки пробиваются. Видите, там посередке встал какой-то разбойник. Надо его выдернуть. Вот. Это тоже розмарин. Да. А вот это, если вы... О, смотрите, какой большой. Вот этот реально расползся. Да. А вот это деревце будет. Если вы помните, у нас на даче такое есть. У него как щетки для мытья бутылок. Такие вот торчат из него. Вот это вот то же самое дерево. Я думаю, я по цветочкам так я ориентируюсь. У меня такое подозрение. На 100% не скажу, но так вот подозреваю. Вот это такой дикий виноград. Видите, он начинает тут завиваться. Так что еще немножко, ну, относительно немножко. И будет совсем другой вид. Так что вот такие у нас плантационные, значит, тут дела. Вот этот мне очень нравится, вот так разросся прямо от души. Хорошо, вот скоро все так будут, еще и с цветочками. И закроет всю эту землю, то, что называется в народе браунленд. Вот, когда все это разрастется, не будет никакого браунленд. Счастливо!